Здравствуйте, с вами фитотерапевт Ефименко Наталья Юрьевна. Мы продолжаем серию «Зеленая аптека». Я нахожусь на любимых мною альпийских лугах, горная долина. И, в общем-то, данный цветок уже отцвел в природе. Массовое цветение в июле, в августе. Это у нас живокость высокая. Ну, это вот второе цветение, отава такая, и как, в общем-то, в садах у нас дельфиниум после срезки бывает отрастает, но уже более в меньшем экземпляре. Это прямой родственник дельфиниума, который у нас в саду цветут. Вот у него ярко-синий цвет, его называют либо шпорником, живокостью, живокостью высокой, ну, потому что в первом своем цветении он выше человека обычно, и ярко-синий цвет неизбежно привлекает внимание. Вот у него такие широкие петель, лепестные листочки, иногда 7 частей, 7 лопастные такие, 5-пальчатые, 7-пальчатые листочки. В общем, легко его отличить вот по этому яркому очень цвету. Ну, это семейство лютиковых у нас очень ядовитое, причем сумма алкалоидов ядовитая настолько, что, в общем-то, курара подобным действием обладает, убивает всерьез и надолго, и очень быстро. Вот, поэтому внутреннее применение живокости, оно строго под контролем врача и в очень, в общем, редких случаях. Собственно говоря, сейчас, наверное, это уже никто не производит, там лечение нервных заболеваний. Вот, но исходя из названия, вот живокость, то есть чтобы кость жила, это растение хорошо заживляет кости. Причем применение как раз наружное. И вот именно сумма вот этих алкалоидов и других веществ, которые находятся в этой живокости, обладает таким действием, которое расслабляет мускулатуру. То есть оно на подкорку воздействует, воздействует на нервные окончания. И, в общем-то, при всех этих миозитах, переломах костей, спокойно можно применять вот эту вот мазь из живокости вместе с внутренним жиром. Но так как люди неопытные не могут точно рассчитать дозу, и поэтому основное правило обычного сборщика и обычного любителя природы, то есть ни к какому ядовитому растению, в общем-то, не приближаться. Ну вот так вот очень красиво выглядит один из самых ядовитых цветочков, так что вот его увидите, не подходите. Вот это вот живокость высокая.